Огромный всем привет, старухолки. Посмотрим, что мы найдем сегодня с вами в коробочках. Первая находка. Красивое блюдо для рулета, закусок и т.д. Интересная штучка. Где ее крышка? Какой мушкетер, что ли? Лобки. Коробочку открыть. Баночка тоже симпатичная с травками. Думаете, это от нее крышка? Не знаю. Деревянные маленькие яйца, украшения для пасхального деревца. Пепельница. Валендорф. Это старое фото. Крышечка. Здесь темно, ничего не поделаешь, здесь темновато. Коробочку откроем. Посмотрим, что здесь есть. Большое блюдо. Довольно старая. Книги. Такая вот картинка вырезанная. Она, видите, на память кто-то умер. Видите, могилка. Наверное, этого мужчины. Интересная банка, наверное, для хранения чеснока с дырочками для проветривания. Тоже хорошая баночка. Только где их крышки? Нет крышек. Тарелка. Обувь. Растягивать колодки, что ли, это называется. Ручка. Еще одна ручка.
энциклопедия. Два тома. Наклейки. Целая куча. Ну, кстати, такая мне пригодится для моего предприятия. Коробочка старинная, ага. Здесь были ложки, вилки, кубики, заигранные. О, какой лебедь красивый. Кашпо, наверное. Ага, еще маркирован. Отличная находка. Красивая чашечка. Где блюдца? Жаль. Очень жаль. Старинное очень стекло. Оно все отбитое.
интересная. Керамика очень. Такие вот подогреватели. Говорите, что я неаккуратная. Тут люди так шуруют. Такие новые подставочки под яйца. Возьму. Вот интересный подсвечник. Какой-то с подписью. Может быть, это от какого-то известного дизайнера. Я ж не знаю. Возьму, наверное. На крайний случай. Банка такая. Дед Мороз. Смотрите, пуговички старенькие. И вот бельевые ткани обтянутые. Тоже очень старенькие. Тонкое стекло. Вот подстаканник. Снимаю коробочки постепенно, которые не тяжелые. Антикварные чашки.
очень много разных. Я чашечку видела, вот это улица, надо посмотреть. Улица такая. Стеклярная чашечка. Ну я тоже. Я. Пропустили людей. Конфетница или сахарница. Еще блюдо. Ваймар. Тоже старая. Тяжелое такое. Паильник. Я уже знаю, что это паильник. Сняла еще одну коробочку. Винтажные рукавички. Еще одни. Тут вижу кашпо симпатичное. Шюрих, Германия. Надо брать. Есть у нас еще какие-то призы. Так, поднимаю коробки. Нашла такую. А, отбит край. Ну, как жаль. Видите, какая красивая. Старинная шелковая папка. Смотрите, это рисунок на шелке. Здесь внутри бумажка 67-й год. Видите, она правда вся. Люди кашляют, чихают тут вообще. Ну, какая-то интересная, да? Так. Это сахарница или не сахарница?
пепельница. Прикрою свои вещички. Так, сейчас я буду перемещать коробки. Мне ножницы красивые очень. Игрушки. Красивая девушка. Тончайшее стекло. Klappt das hier? Ja. Klappen die Türen Потихоньку снимаю коробки, смотрю, что здесь внизу. Жаль только, что здесь темно. Ничего с этим не могу поделать. Уже включила подсветку. Смотрите, книга чтение, чтение по руке. Искусство чтения по руке. Кто это? Какой-то чудик. Молочник. Похоже на антикварный. Без клейма. Блюдо такое цветное. Цветастое, вернее. Вазочка. Чайная пара. Цвета неестественные, показывает камера. Старинная чашечка с фиалками. Тарелки тоже похожи на старинные антикварные. Нормально, все цело, не ругайтесь, все отлично. Старая тарелка, очень-очень
начала 20 века. Забыла название фирмы, как-то на О. Рамка для фото. Может, это какая-то известная фирма. Но точно не знаю. Свечник, домик. Меховая сумочка. Мех. Ужас. Люди бьют, что-то колотят. Бьющаяся посуда, и я тут тоже пытаюсь что-нибудь расколотить. На этом заканчиваю свой ролик. Если вам было интересно, буду рада вашему лайку. Всем здоровья и до новых встреч в моих роликах. Пока-пока.